На протяжении 75 лет День физкультурника объединяет на одной площадке людей различных профессий и возрастов. Принять участие в одном из самых любимых и ожидаемых на курорте праздников ежегодно собираются сотни людей. Не только профессиональные спортсмены, но и просто любители активного образа жизни. Спортивные праздники накануне и в этот день пройдут во всех районах Большого Сочи. Департамент физической культуры самого спортивного города мира подготовил для сочинцев и гостей курорта интересную и насыщенную программу. Открытие состоится в 18:00 морскими видами спорта: скайбординг и флайбординг. В Сочи это впервые. Мы не стоим на месте, мы всегда делаем наши спортивные праздники все более красочными. В этом году каждый желающий может попробовать сдать норму ГТО вместе с чиновниками администрации города Сочи. Конечно же, как и всегда, будут представлены все наши спортивные учреждения. Они будут развернуты точки активности, где будут проходить и спортивные мероприятия, и также хочется всех пригласить посмотреть на такой зрелищный новый вид спорта, как якутская борьба, мастер-рестлинг. Будет интересно. Мы еще раз всех приглашаем и на этот большой праздник спорта в городе Сочи.